чемпионата мира по ебокрафту, да? Открытое акционерное общество. Так нет. Андрей, нормально. Хочу заметить, что завтра, 18 декабря, после этого задергай руками. За голову уж будет бояться. Все примут участие бойцы из Австрии, Латвии, Эстонии и России. Правый через руку ударил, со следующим подходом левый ударил. Воу. Через руку надо лову, понял? Тихо! Спокойно работать. Спокойно. Внимательно смотри на колено, как она стоит, хочет заходить. Внимательно. Хочу напомнить, что следующий этап от 8-го финала состоится 21 января. Делай слова. Можно заранее забронировать столики. Приглашаю вас отметить в нашем ресторане свадьбу, юбилей, банкет, корпоративные вечеринки и просто радостное событие нашей жизни.
изысканная кухня, стилизованный интерьер, высокий уровень сервиса, прекрасный вид на акваторию реки Казанки не оставят равнодушием приятного гостя. Ресторан «Айсберг», Тольятти Арена, третий этаж. И еще раз хочу напомнить, что вы можете забронировать столик на следующий этап чемпионата мира по телефону 527-85-39. 527-85-39. Колено на внутрь, ну если бьет в пах, внимательно на это тоже, понял? Поставь колено. Врач нужен тебе? Так нормально. Слава. Не заставляй. Слушай. Собрано. Постой. Постой. Давай, 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 давай
Первый чемпионат мира в Америке по правилам поняла. Там был турнир с сезона 2011-2012 года. Казанский вертолетный завод. Казанский вертолетный завод всемирно известный производитель вертолетов семейства Ми-8, Ми-17, который успешно эксплуатируется более чем 8 стран мира и символизирует силу и технический прогресс России. Его история... Назначается четвертый дополнительный раунд с обязательным выявлением победителя.
победу в этом бою одержал